шикарная коробочка была, да. А, ну тут видно, как его складывали, если что было. Какой угол? Может, это прорезали. Это не камень. В конце концов, если у тебя есть металл, да, то резать этот камень проблем нет. Проблема не в резке, а в том, что вон тот камень, например, да? Раз, два, три, четыре, пятый снизу, который большой. Да, пятый этаж. Вот, вот это серьезно. Вот, штука. Его туда закинули, а слева уже не купить. А кстати, да, интересно. А вот оно... это вообще не бетон или... Смотри, смотри, вполне современный. А это не ремонт, это же ремонт. Вон он наверх, видишь? Да. Причем какой-то странный. Посмотри, самый верхний балкончик. Ну хорошо. А балкончик это вообще, там-то точно все торчит. Я имею в виду, что все вон там, это же забутовка. Да. Классически. И здесь может быть еще кусок бетона, то есть, возможно, камень не такой большой. С четвертого этажа точно. То есть три этажа еще мы можем считать какими-то предыдущими полюбами, все равно нравится. То есть, и как? Один раз поставили, и после этого по ней долбили, пока она не отколола. Но получается, либо она сразу отколола все как надо. С другой стороны, может, они откололи, а потом равняли. Может, они равняли. То есть было, вот было криво сначала отколото, а после этого они поставили и равняли. Раз. Но мы не видим ни одного промаха, как бы. Ну тут сложно сказать. Ну, вот опять же, но вот линия. Ну, оно в конце сужается. Там какой-то мужик, типа, в камуфле на нас смотрит, наверное, охрана.